раз по-прежнему ничего не выходит. Даже после поражения ты пытаешься что-то доказать. Ну же, воин, покажи, на что ты способен. Такой наивный. Лишение людей свободы — это проявление доброты. Твоя жалость к людям абсурдна. Я делаю это не ради людей. Thank you.
Кортана? Кортана, ты слышишь меня? Кортана, ответь! О, не такого приветствия я ожидала. Но если мы здесь... Сработало. У тебя получилось. Как всегда получалось. И как нам выбраться отсюда? В этот раз я не смогу пойти с тобой. Что? Большая часть меня уже где-то там. Моих сил хватило лишь на то, чтобы вытащить тебя с корабля. Нет, это не... Мы уйдем вместе. Слишком поздно. Я не оставлю тебя здесь. Джон... Я так долго ждала этого. Моей задачей было позаботиться о тебе. Мы оба должны были защищать друг друга. И так и было. Кортана, пожалуйста. Подожди. Добро пожаловать домой, Джон. Могу присоединиться? Конечно, сэр. Да хватит, чиф. Как-то нелепо это, сэр. Красота, правда? Мне не часто удается ее увидеть. Я вырос на Новой Гармонии. Учился в военной академии Карбулона. Я не видел землю до зрелых лет, но
Эта планета по-прежнему мой дом. Вы не любите поболтать, да? Чиф, я, конечно, не знаю, каково вам. Я терял близких мне людей, но... не испытывал то, что испытали вы. Мы солдаты, и мы должны защищать человечество. Любой ценой. Вы так говорите, будто солдаты и человечество – две разные вещи. Солдаты – не машины. Мы обычные люди. Что ж, не буду вам мешать. Однажды она сказала то же самое. Про машины. В этот час победы мы терпим лишь поражение. Почему, спрашиваю я вас? Мы предтечи, хранители всех живых существ. Галактика стала шире благодаря нашему вмешательству. Жизнь там, где Земля пропитана мудростью поколений наших собратьев. Наша сила — это яркое солнце, из которого исходит вся гениальность. А также неприкасаемое убежище, процветающее под его лучами. Я стою здесь перед вами, обвиненный в обеспечении господства предтечей. В попытках спасти нас от судьбы, где мы вынуждены исчезнуть. Отступить. Человечество – вот главная угроза галактики. Нежелание уничтожить их – ужасно глупое решение. Мы провели вечность в темноте, пока они выдавали наши победы за свои. Антиответственность принадлежит только предтечам. Можете думать о моих поступках все, что вы желаете. Но не сомневайтесь в действительности. Перерождение уже началось. И нам не остановить это.